Чего только не увидишь поздним вечером на главном проспекте Екатеринбурга. Это видео накануне с помощью авторегистратора снял Александр Вотинцев. Сначала по нечетной стороне улицы перед ним пронесся мототрюкач, стоя на сиденье своего байка. Сопровождали стантрайдера, так назвали изобретателя этого вида спорта, водителей, исполняющих трюки, еще трое мотоциклистов. Возможно, их присутствие должно было защитить трюкача от опасных маневров других участников движения. А стоило только необычному мотокортежу скрыться за деревьями аллеи, как уже почетной стороне проспекта дорогу, нет, не перешли, перескакали четверо подростков. А ведь 11 часов воскресного вечера, казалось, готовясь к рабочей неделе, все должны быть уже в здравом уме, а что-то не похоже. Хотя в этом, наверное, есть прелесть большого города – сиюминутной готовности к встрече с необычным.